Васильевич, и Беларусь такого еще не видела. Три старварка одновременно и техничка, которая будет нас вытягивать, когда мы сяду все батарейки. Вот техничка, один старварк. Все цвета, короче, собрали. Серый, белый. Вот, сегодня будет интересная покатуха. Право объезд. Страшные звуки. Что ты мог в своих труселях? Газу дай. Газу. У тебя бот левый расстегнулся. Левый, левый. Ну да, легче. Пока сравню, пока... Непонятно. Ну, вроде как легче ехать без этих передач, вот ты, блядь, горку... Больше, да, когда там будешь корни, надо, блядь, больше газу. Трынь. Да, охуенно. Когда тем охуенно, когда ты не хватает на второй, в гору динамики. Да, потому что здесь будешь перед горкой забудешь, да... Потом... Что-то я тут не был. Жестковато трохи. Да нормально, чё ты. Сейчас будет отрезок с бревен. Посмотрим, как на старте он едет. Легче или тяжелее.
Кажется, тут пацаны покинут чат. Хотя, в принципе, я могу покинуть чат. Лобцы рыгают. Лёшка там тоже переезжает. Из-за отсутствия сил не получается ничего сделать. Так ты очки, может, снимите, свет. О, нормально, красавчик. Вы без очков? Да, ну обветриваться будет легче. Батка. Кто? Я в нее бьюсь. В батарейку. Thank you.
по ощущениям быстрее, легче, комфортнее, кайфовее. Только руки устают. За счет того, что подвеска более жесткая. Вот это первый момент. И во-вторых, что динамика другая. Стоит руки. О, видишь, молодец. Спокойно, спокойно. Натяжечку, ноги поднимают тут. О. Заезжал? Каким образом? Резкое открытие, корпус вперед на стойке, на подножку. Резко заезжал, да? Сразу на подножках и вперед открытие. Можешь объехать. Подъехал где-то, может, метр назад, откатился, резко открылся, на подножках тело вперед. Чтобы заднее колесо ударилось. Тут Макс на заднем надо проще поставить его и... Осторожно. О, вообще по красоте. Бля, ну вообще тогда четко. Но он в андуре то, не жрет нихуя. А то я очковал, что для Данейка. Чем цели, к которым надо стремиться, говорю. Thank you.
Когда тормоза нету, нам приходится так вот страдать. Надо в ручей, только я не помню, где спускаться. Там надо было дальше спуститься в ручей. Не были? Thank you.
Да, камни тяжелее. Никто меня бы тут... Нихуя бы даже не заметил. На КТМ ручей легче едется. Бля, ну я проехал ручей и стоял, блядь, не знаю, 15 минут. Даже вам не было вашего звука, я потом уехал, думаю, блядь, я думал, ты впереди вообще, там следы какие-то были. Ты там поехал по горке, еще пару раз на ее заехал, и думаю, блядь, всех обогнал, а тебя нет, думаю, блядь, где-то ты впереди, думаю. А это ведь на Жене на следы были, она поехала, потому что там ваш ручей был, 20 лет передо мной был. Бля, только жена позвонила с температурой, заболела, надо пиздящий. Я боялся, как сейчас заразился. Поставь, блядь.
Надо поставить сфотка 300 варк. Давай. Все, спасибо за компанию. Да, спасибо. Сколько процентов осталось? Тысяч.